Ранил. Нет, не ваншотит ДВЛ, даже в голову, походу. Обидно. Прикольно, она, конечно, красивая, все дела, но бесполезно. А, вот это ваншотнуло вроде. Ну или 300. Скорее всего 300 лежит. Надо мной кто-то есть. Это свой тут лежит, блять. Я прям к типу залез. Ладно, я сейчас займу супер глупую позицию. Или не займу. Или нахер надо. Высаживать будет. Выжил? Каску. Блин, тут еще и чел у меня без глушителя. Жив? Жив он еще был. Представляете? Не, все-таки мрап не наш. Метров. Нажимаю page up, page down на клавиатуре, случайно нажал клавишу замьютить микрофон. За кадром я там возмущался, что какой-то криворукий мододел на этом прицеле сделал так, что у тебя дальность перестрелки меняется с 300 на 500, затем 800, затем 1000. То есть нету ни 600, ни 700, ни 400. Короче, как-то коряво его стилы. Пало, что ли? Или высадку сделала? Давай высадку делай, братанчик. Давай, давай, давай. Хорош. Блять, я чуть не выстрелил сейчас. Минус. В смысле, не попал. Вот, в каску уже, видите, попал. Но он жив остался. Блять. Жив тоже. Теперь не жив. Блять, вон он ходит.
Блять, что это за приколист? А? Он до сих пор жив, чат. Не переживайте. До сих пор живой. Вы думаете, он умер? Нет, он жив до сих пор. Балансненько. Все лицо в балансе. А где он семерки мои нашел? Три штуки, блять. На, попей. Раковина сломалась, блять. Но зато он сдох теперь наконец-то. А где он взял мои три ВЛ-ки? What the fuck? Я же их там на вышке наверху оставлял. Что, блядь? О, сбили верт, красавцы. Сейчас Брэдли нам тут... Это он же приехал сюда мстить? Что-то он больно грамотно внутрь забежал как-то. Вам не кажется, чат? Просто приехал и сразу забежал внутрь туда. Что, блядь? Какая тренога нахер? Бери и снова выкинь. Кого? Я не могу подобрать эту треногу. Она просто со мной где-то рядом находится все это время. Так. Можно, конечно, с маф туда вот пойти и в том, блин, даже с маф полутать, типа...
Блять. Хорош. У нас там зушка, оказывается, притаилась. Чел, смотри, спрыгнул. Ёбаный рот. Как это, в Аладдине, знаете, там песенка была. Ну, тут 100, 200, 300, 500, 800 километр. Блять, ну пожалели пару кликов вот просто сделать. Ну, нахрена. Что за гении разработали данный мод на прицел? Минус. Почти попал, братанчик. Минус еще один. Дверь закрыл, жулик, бля. Враг ячич. Почему я не попал? Что? Блять, ну теперь он про меня знает. Давай, давай. Контрольный, но он походу жив до сих пор. Вертолет немножечко недоволен, что я забираю у них точку. Такое, граната в воздухе висит. Кто-то выкинул гранату. Так, отлично. Теперь можно Аврору поехать тоже. Отобрать у них. Блять, верт как бы меня даже с них кокнул. Наберешь, братанчик. В следующий раз как-нибудь прилетай. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.